Всем добрый день, меня зовут Андрей Рентеев, я продукт-менеджер по гарнитурам VT в компании IP-Matica, и сегодняшний вебинар будет посвящен важной теме, актуальной в сегодняшние дни, это новым возможностям на меняющемся рынке российском. Ну, давайте немножко о бренде, о компании, чуть-чуть три слова. Компания основана в 2005 году, и компания специализируется изначально на производстве наушников и профессиональных гарнитур. У компании штаб-квартира находится в городе Сямынь, Китая. У компании своя собственная фабрика, на которой трудится более 100 человек. В принципе, VT – это очень известный бренд на азиатском рынке. И не только на азиатском рынке, потому что многие мировые компании OEM, то есть по OEM-договору производят на фабрике VT свои продукты. Ну, не секрет, что Grandstream, Snom. Ну вот зайдите на сайт Grandstream, посмотрите, вы увидите те же самые модели, про которые я вам буду рассказывать сегодня, но только они могут отличаться цветом, упаковкой и так далее. Ну и, конечно же, ценой. У компании имеется собственный R&D, центр разработок, и более 20% прибыли VT инвестирует в разработки новых продуктов. Слева вы видите прибор, который измеряет АЧХ характеристики, потому что компания много уделяет внимания качеству звука. А вот в центре вы видите фотографию. Это специальный прибор, который определяет степень давления наушников на ухо человека. Ну, дело в том, что сотрудникам колл-центра, офисным работникам часто приходится много разговаривать по телефону, слушать музыку и вообще часто в наушниках проводят целый день. И очень важно, чтобы наушники легко, удобно сидели, чтобы было их хорошо слышно, но при этом, чтобы они не давили на уши. И в этом плане продукция VT, она очень хорошо подогнана, хорошо проработана, и решения от VT, они ноские, удобные, и этому компания уделяет большое внимание. У VT собственная фабрика. Вы видите сотрудников VT, которые собирают, паяют, подключают. Слева внизу вы видите стенд по испытанию. То есть вся продукция, которая произведена на конвейере, она проходит обязательный ОТК, и благодаря этому обеспечивается высокое качество продукции. У нас менее 1% отказов в гарантийный период, потому что все наушники обязательно проверяют, прежде чем их упаковать в коробку. Ну и про нас, про компанию IP-Matica. Компания IP-Matica является эксклюзивным дистрибутором VT на территории России и стран СНГ. У нас есть представительство в Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане. И у нас большие склады. У нас, как я уже говорил, более 5000 гарнитур есть на складе прямо сейчас. Можно прийти и купить прямо сейчас. Ну, давайте немножечко про преимущества IP-Matica я расскажу в конце, а сейчас чуть-чуть расскажу про ассортимент именно в сравнении с нашими конкурентами, именитыми. И начнем с недорогих проводных гарнитур. Ну, у нас самая бюджетная линейка – это гарнитуры, так называемые Best Price, лучшая цена. Очень часто мы с этими гарнитурами побеждаем на тендерах, там, где нужно обеспечить наилучшую цену. Данные гарнитуры серии VT1000 обеспечивают узкополосный звук, то есть они больше для телефонного применения, слушать музыку, смотреть фильмы. На таких гарнитурах, к сожалению, ну, наверное, получится, но удовольствия большого вы от этого не получите, потому что узкополосный звук, потому что маленький динамик 2 сантиметра, поролоновые амбушюры, но зато они легкие и они недорогие. Они бывают как в USB, так и в исполнении аналоговом RG9. Здесь приведена цена на USB гарнитуры, так как в основном сейчас общий тренд к тому, что все больше и больше покупают именно USB гарнитуры, то я решил сравнить USB версии с другими производителями. Ну вот здесь вот есть, как вы видите, да, вот номер два колонка — это немецкий бренд, и номер три колонка — это американский бренд, производитель мышек разных клавиатур, и четвертая колонка — это американский бренд. Ну, вы видите, американский бренд, он просто очень сильно отличается в цене, при этом качество плюс-минус такое же, но цена существенно выше. Если говорить про европейский и про еще один американский бренд, то у наших гарнитур существенно больше длина провода. То есть это тоже важно, когда у вас ваш компьютер, ваш ноутбук или ваш телефон находятся где-то вот далеко от места, где вы сидите. Ну и цена, конечно же, на наши гарнитуры в
лоукост-сегменте, она тоже наиболее интересная, наиболее привлекательная. Но повторюсь, что именно в этом сегменте чаще всего клиент голосует ценой. То есть там, где нужна самая лучшая цена, то приходите к нам, мы ее обеспечим с гарнитурами VT1000. Но серия VT1000 не самая продаваемая, а вот сейчас мы идем вот такой вот крепкий среднячок, идем к продукции среднего качества, к нашей рабочей лошадке. У нас уже несколько десятков колл-центров в России, в том числе колл-центры МЧС, в том числе страховые компании, банки выбирают себе серию VT6200. Эта гарнитура, она обеспечивает очень хорошее качество, она обеспечивает эффективное шумоподавление, динамики 3 сантиметра, то есть на ней, в принципе, можно слушать музыку. И при этом у нее идут сразу с завода кожаные амбушюры. Причем в комплекте идут вторые запасные амбушюры из поролона. То есть, если вам кожзам не нравится по какой-то причине, то используйте поролоновые, пожалуйста, они есть в комплекте. Ну и давайте сравним с нашими коллегами из Европы. Но опять же, я сравниваю USB, так как USB наиболее востребованные гарнитуры в наши дни. Вот тут меня спрашивают, откуда цены конкурентов, но это цены, которые опубликованы в открытых источниках, на сайтах в том числе дистрибуторов. Вы можете их найти. То есть я привожу цены, соответственно, на моно и на стерео версию. То есть вот если я говорю 40/46 долларов, то это означает, что 40 долларов это розничная цена на с одним ухом моноуральную гарнитуру, а 46 долларов это цена на биуральную гарнитуру. Да, сейчас все чаще и чаще покупают именно биуральные гарнитуры, но моноуральные тоже востребованы, тоже есть у нас на складе. Давайте посмотрим наши преимущества. А наши преимущества это то, что в этом среднем ценовом диапазоне у нас самый большой динамик, 3 сантиметра больше, чем у наших конкурентов из Европы. Это значит, что такая гарнитура немножко лучше по АЧХ, по частотным характеристикам. Ну, если вот мы видим верхнее значение, динамический диапазон, это, скорее всего, маркетинговое значение, потому что никто специальным прибором динамический диапазон не измеряет. Но мы знаем, что чем больше диаметр динамика, тем лучше качество звука на выходе, тем лучше воспроизводятся низкие частоты, поэтому диаметр динамика может свидетельствовать о качестве звука с данной гарнитуры. Также у нас, как я говорил, есть преимущество в том, что у нас всегда в комплекте идут вторые запасные амбушюры по умолчанию из кожзама, но есть запасные из поролона. У наших конкурентов, ну, в данном ценовом диапазоне предлагаются амбушюры из поролона, поэтому наше решение оно более универсальное, ну и более привлекательное по цене. Давайте рассмотрим топовую гарнитуру. Вот, собственно, я сейчас использую эту гарнитуру. Вот она, смотрите, какая она удобная, красивая, с большими динамиками. Она хорошо экранирует внешние шумы. Она хорошо садится как на большую голову, так и на маленькую голову. Имеет большие диапазоны регулировок дужки. Также данная гарнитура обладает большими динамиками диаметром 4 сантиметра, которые обеспечивают, ну, по заверениям производителя, хай-фай звук от 20 Гц до 20 кГц. То есть в этой гарнитуре просто приятно послушать музыку. Часто эти гарнитуры покупают своим сотрудникам компании, у которых сотрудники работают на удаленке. Также данная гарнитура, она очень удобная для транспортировки, потому что к ней в комплекте идет удобный чехол на молнии. И вот посмотрите, вот эти динамики, они вот так вот складываются. То есть она компактно складывается, компактно убирается в чехол. Ну, давайте сравним с нашими конкурентами, брендовыми производителями. Ну, наверное, где-то наша гарнитура серии X208 проигрывает. Она проигрывает по весу, вы видите, потому что, когда мы говорим о топовом сегменте, то чаще всего очень важным критичным параметром является вес гарнитуры. Она должна быть легкая, и в ней удобно проводить долгое время. Но при этом наша гарнитура имеет в комплекте сразу амбушюры из кожзама, и наша гарнитура, она предлагается по гораздо более демократичной, более доступной цене. При этом, скажем так, мне неизвестны все параметры, которые есть у конкурентов, но вот одним из таких сильных параметров является то, что, во-первых, она удобно складывается, удобная для путешествий, а во-вторых, поддерживается режим по умолчанию 96 кГц 24 бита. При этом, не знаю, какого американского производителя, но у
у европейского, вот я тестировал не так давно, максимальный режим 48 кГц, 16 бит, и музыку слушать все-таки не то же самое. То есть воспроизводство верхних частот и нижних частот существенно хуже. Ну, на мой обывательский взгляд. Ну, давайте еще посмотрим отдельный сегмент продуктов. Это гарнитуры QD, которые с QD-разъемом, которые используются в колл-центрах и с аналоговыми телефонами чаще всего. Да, сейчас мы видим общий тренд, общую тенденцию, то, что постепенно продажи в этом сегменте снижаются, но продажи перетекают в сегмент USB гарнитур и беспроводных гарнитур. Но все же есть заказчики и определенные клиенты, которые используют стандарт QD у себя. А в данном случае мы используем стандарт QD Plantronics, то есть наши гарнитуры совместимы с QD шнурами, QD переходниками фирмы Plantronics. Ну, это не секрет, потому что часто наши шнуры, наши кабели-переходники покупают просто потому, что они более доступны по цене, или, допустим, потому что они у нас всегда есть на складе. Ну, давайте сравним. На одной из таких самых распространенных у нас QD разъем используется на серии 6200 и на серии 5000. Но если посмотреть статистику продаж, то 5000-ная гарнитура лидирует, так как на нее более доступная цена. Ну и давайте сравним с известными брендами. Там, где стоят вопросительные знаки, это означает, что я не смог найти данные в интернете, то есть в открытых источниках по диаметру динамиков, либо по весу. Не всегда эти данные указываются. Скажем так, кстати, часто бывает так, что вес приводится с проводом, либо вес приводится без провода. И это тоже две большие разницы. Например, у наших гарнитур у всех в комплекте имеется вот такой вот крокодильчик, который можно прицепить, не знаю, за пиджак, за рубашку, за карман. Таким образом, чтобы провод не оттягивал, чтобы можно было комфортно и удобно работать в гарнитуре целый день. Как вы видите из таблицы, ну, на нашу гарнитуру существенно более демократичная, более доступная цена. И я так понимаю, вообще в сегменте QD у нас продажи регулярно, стабильно идут. У нас эти гарнитуры есть на складе, и мы их регулярно подвозим. Я так знаю, что у многих вообще коллег, многих партнеров очень много завалялось гарнитур, тех же самых гарнитур BIS 1500. Их очень много лежит, и они очень плохо реализуются, потому что на них, ну, на наш взгляд, завышенная цена. Плюс на наши гарнитуры есть запасные амбушюры в комплекте. Кстати, я вот все время говорю запасные амбушюры в комплекте, а вот сейчас спрашивают, можно ли амбушюры заказать. Да, можно. У нас, пожалуйста, есть в наличии амбушюры диаметром 5 сантиметров, но они подходят ко всем наушникам серии AVT 6200, 5000, а также к беспроводным 9500, 9600, 9000. То есть в этом плане амбушюры запасные у нас есть на складе. Также у нас есть широкий ассортимент различных кабелей-переходников, шнуров с разъемом QD под различные виды телефонных аппаратов. Так что можно сказать, что наши гарнитуры можно без проблем подключить к любому телефону. Немножечко про беспроводные гарнитуры. И знаете, вот когда мы говорим про беспроводные гарнитуры, чаще всего мы сталкиваемся с таким вот бесконечным дерби, бесконечном конкуренции двух технологий DECT и Bluetooth. То есть есть клиенты, которые предпочитают только DECT, есть клиенты, которые предпочитают Bluetooth. Но на самом деле эти две технологии, каждая имеет свои сильные и слабые стороны. Из этой таблички видно, что у DECT более мощный передатчик. У DECT используется отдельный свой выделенный диапазон 1880-1900 МГц. И это означает, что DECT-овые гарнитуры работают на большом расстоянии от базовой станции. То есть они могут быть интересны для клиентов, если, допустим, нужно сотруднику ходить по этажам. Иногда бывает на складе где-то там, где нужно преодолевать большие расстояния, потому что DECT гораздо более дальнобойная технология, чем Bluetooth. Второе очевидное преимущество DECT — это то, что она может обеспечить до 60 дуплексных соединений. То есть в одной комнате, в большом зале, в Open Space офисе вы можете в теории рассадить до 60 операторов рядом, и они все смогут одновременно разговаривать, не создавая помех друг другу. Но у Bluetooth с этим гораздо скромнее. Bluetooth использует открытый протокол 2,4 ГГц, тот же самый, что используется у Wi-Fi, тот же самый диапазон, который используют микроволновые печи, и всякие Z-Wave, ZigBee протоколы. И здесь много
интерференций, много столкновений, много помех. И количество каналов, которых изначально 79, да, но на практике количество каналов существенно меньше из-за большого количества помех. И даже если 5-6, обычно говорят до 10 гарнитур в одном компактном помещении могут работать стабильно. Если вам нужно построить колл-центр, где у вас будет сидеть большое количество операторов в одном маленьком компактном помещении, то на Bluetooth это сделать не получится, а на DECT получится. Обратная сторона медали – это то, что Bluetooth – это более современная технология. Данная технология поддерживает широкополосные кодеки. На Bluetooth гарнитуре вы можете слушать музыку в высоком качестве, Hi-Fi. Вы можете в этой гарнитуре смотреть фильмы, сериалы. То есть это незаменимый инструмент для работы на удаленке. Или, допустим, если вы начальник, и у вас вы единственный в офисе ходите с Bluetooth гарнитурой, а ваши коллеги, подчиненные, они, допустим, используют обычные проводные гарнитуры. Также сильная сторона Bluetooth, то, что вы можете эту гарнитуру подключить к разным устройствам. Наши гарнитуры, Bluetoothная, наш лидер продаж, бестселлер серии 9500, ее можно подключить до 5 устройств одновременно. То есть и к смартфону, и к планшету, и к вашему ноутбуку. То есть, допустим, вы смотрите фильм или участвуете в собрании с ноутбука. Если вам позвонят или на мобильной, вы можете перехватить вызов и ответить с вашей гарнитуры. При этом это удобно, то, что вы можете эту гарнитуру использовать и на работе, и дома. И это сильная сторона технологии Bluetooth. Ну, давайте рассмотрим, не будем в технические дерби углубляться, и рассмотрим, что у нас есть именно по Bluetooth гарнитурам. Ну и наш бестселлер, наш лидер продаж, это гарнитура серии 9500. Она бывает в моноуральном исполнении, бывает в биуральном, стерео. Чаще всего, конечно, 80% продаж это продажи именно в биуральном исполнении, потому что часто на этих гарнитурах слушают музыку, часто она используется дома и удобнее использовать биуральную. Но реже она используется в колл-центрах. Есть еще такая гарнитура отдельная серии 9602. Я специально принес показать от нее блок. Дело в том, что так сложилось, ну, у многих компаний так сложилось, для того, чтобы обеспечить best price, для того, чтобы обеспечить хорошую цену, часто бывает так, что в комплект с гарнитурой не кладут блока питания, потому что Bluetooth гарнитура чаще всего подзаряжается через USB разъем от вашего компьютера, ноутбука, battery bank'а, потому что блок питания требует дополнительной сертификации, сертификация дорогая, и так вот сложилось в этом сегменте товаров, что, как правило, блока питания нет. Но вот у серии 9602 это один в один серии 9500, но имеется в комплекте блок питания. Цена больше на $20 только благодаря тому, что есть блок питания. Ну плюс на базовой станции имеется вот такой вот USB разъем. То есть вы можете, допустим, от этого же блока питания, от этой базовой станции подзаряжать ваш мобильный телефон. Ну так вот в целом, конечно, у нас бестселлер серии 9500, и, наверное, давайте мы ее сравним с известными, именитыми европейскими брендами. Я не стал ее сравнивать с американским брендом, потому что, да, знаменитым Voyager, потому что там немножко другого класса устройства с активным шумоподавлением и так далее. Ну и цена там немножечко, раз в 10 так побольше, чем у нас. Вот, давайте сравним с популярными моделями европейских брендов, и вы видите, что, во-первых, у нашей гарнитуры более емкий аккумулятор. У нас идет в комплекте аккумулятор 300 мАч, то есть обеспечивается до 21 часа в непрерывном режиме разговора, либо до 600 часов, это, если не ошибаюсь, больше недели, эта гарнитура может работать в режиме ожидания. Наша гарнитура использует более современную технологию Bluetooth. Последние версии, последние поставки, гарнитуры с последних поставок можно обновить до 5-й версии Bluetooth, а 5-я версия обеспечивает большую дистанцию поддержки и лучшую экономию батарейки. Но у наших конкурентов чаще всего скрывается версия Bluetooth. Часто это старая версия Bluetooth, используются старые чипы, потому что в комплекте обычно идет USB дангл, который уже связан с этой гарнитурой. У нас USB дангла в комплекте нет. Наша гарнитура подключается к любому ноутбуку,
либо компьютеру. Если у вас на вашем компьютере нет Bluetooth модуля, то можно по отдельной цене, примерно 5 долларов, приобрести отдельный внешний USB дангл. Ну, повторюсь, данная серия 9500 самая продаваемая, самая популярная. У нас они улетают сотнями в месяц. Теперь давайте быстренько рассмотрим DECT-TV. Это более профессиональные, более дорогие решения. И существенным отличием DECT от Bluetooth является то, что, как правило, гарнитура работает со своей базовой станцией. Вот здесь у меня гарнитура серии 9400, и она привязана к своей DECT-TV базовой станции. Во многом поэтому цена на DECT выше, потому что вам фактически приходится приобретать два устройства. И базовую станцию, и сами наушники, саму гарнитуру. Плюс еще нужен для питания вот этой базовой станции нужен блок питания, который тоже требует сертификации, это тоже деньги. То есть, в принципе, гарнитуры могут подключаться как по аналоговой линии, и для этого еще нужен, ну, есть класс гарнитур, которые подключаются к аналоговой линии. Для этого нужен, как правило, дополнительное устройство, электронный микролифт, чтобы можно было снимать трубку, принимать вызов, завершать вызов с гарнитуры. Есть в этом сегменте у нас, мы предлагаем гарнитуру серии VT9000. Она бывает моноуральная и биуральная. Давайте ее сравним с нашими конкурентами. Это как известный европейский бренд, который предлагает серию Pro 920, как моно, так и дуо варианте. Это, наверное, гораздо более функциональная, но существенно более дорогая гарнитура Savi. И также это от немецкого бренда Impact 5015-5065. Давайте так скажем. Только из всех этих гарнитур, наша гарнитура, она самая легкая, самая удобная. Она меньше всего весит. Ее удобно носить в течение долгого продолжительного времени. А второе преимущество – это цена нашей гарнитуры серии 9000, они самые доступные, самые бюджетные, и в принципе там, где клиенты, может быть, планировали приобрести Bluetooth гарнитуру известного бренда, но поняли, что Bluetooth не устраивает, допустим, потому что колл-центр, плотная рассадка операторов, мы вполне можем заменить примерно в те же деньги нашей серии 9000 DECT-овой гарнитурой. И, кстати, в отличие от наших конкурентов, у нас нет проблем с чипами. То есть мы стабильно поставляем, у нас они есть на складе, есть в транзите. Конечно, если вот говорить про немецкий бренд, это самая правая колонка, да, то у него есть такое прям существенное преимущество, то, что данная гарнитура поддерживает HD-кодек 722. То есть качество звука на ней должно быть существенно выше. Но надо понимать, да, что качество звука, конечно же, выше, но и количество каналов тоже у вас с применением HD-войса в два раза понижается. То есть вы уже сможете не 60 операторов рассадить в одной комнате, а только 30 операторов. Дальше начнутся у них взаимные столкновения, интерференция. Ну и, наверное, последний класс устройств, про который я сегодня расскажу, это DECT-гарнитуры, которые подключаются по USB. У нас есть гарнитура серии 9300, она в моноуральном исполнении. И есть серия 9400, которую я вам уже показывал, вот она, которая бывает как в моноуральном и в биуральном исполнении. Вообще 9400 это универсальная гарнитура. Если вы посмотрите, она может подключаться как по USB компьютеру, так и к аналоговой линии, к аналоговому телефону одновременно. И давайте, наверное, мы сравним серию 9400 нашего универсального бойца с известными европейскими, американскими брендами. И тут, ну, мы опять же видим маленький вес и опять же видим доступная цена. Чуть-чуть расскажу о наших преимуществах, о преимуществах работы с Apimatic. Ну, первое – это сильные инженерные компетенции. Мы держим в штате самых сильных профессиональных инженеров. Сейчас нас называют инженерный дистрибутор, потому что в нашей компании, это чистая правда, инженеров больше, чем продавцов. Мы оказываем всеобъемлющую инженерную поддержку на всех этапах реализации ваших проектов. Мы можем помочь выбрать комплексное решение, такое как телефоны, АТС, гарнитуры. При этом решение будет сбалансированное, оптимальное и решать оптимальным образом ваши задачи. Если партнер пришел к нам с проектом, будьте уверены, мы его поддержим на всех этапах. Мы предоставим оборудование на тест. В нашем демофонде имеются образцы всех моделей, которые были сегодня в презентации перечислены. Также среди привилегированных
партнеров. Согласно нашей маркетинговой программе, мы распространяем образцы новых устройств, потому что вендор Vitee не стоит на месте, регулярно выпускает новые товары. Мы в первую очередь эти товары предлагаем нашим привилегированным партнерам. Также для премиальных партнеров у нас имеется маркетинговая программа. Мы можем компенсировать совместные активности, участие в выставках, расходы на онлайн и офлайн рекламу. Ну и, наконец, у нас большой склад, где доступны более 5000 гарнитур. Компания IP-Matica занимает лидирующие позиции на рынке IP-телефонов и телефонных гарнитур. Выбирайте нас и давайте вместе делать успешный совместный бизнес. Всем огромное спасибо за внимание. Все, давайте всем хорошего дня. Пойдемте работать. До свидания.